В столице Заполярья состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная к 85-летию Нарьян-Мара. Жителям округа вручили региональные и государственные награды. Тему продолжит Наталья Дуркина. Лидия Григорьевна Гаврюшева 55 лет проработала воспитателем в детском саду. И даже выйдя на пенсию, Лидия Григорьевна продолжает встречаться с детьми. Свою любила профессию, люблю до сих пор детей. У меня и внуки, и правнуки. И все дети ко мне, которые ко мне ходили в детский сад, приходят и маскированными, и всегда встречаюсь я с ними. Очень люблю. Я вот за эту награду, которую мне сейчас вручили, как почетного гражданина, я благодарна всех, кто за меня переживал, кто... Мои родители, они писали письма в администрацию, это было много лет. И я очень благодарна всем им, всем. На торжественной церемонии награждения горожанам вручили удостоверение и почетные знаки за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность. Все, что происходит в городе, оно происходит по тем наказам и по тем велениям, которые поступают от жителей города. Я уверен, что и в дальнейшем мы сможем сохранить наш город как жемчужину Арктики, как островок стабильности и развития, как некое родное любимое место, которое где бы ты ни находился, какие бы тяготы ты где-то ни переживал, но ты знаешь, что всегда есть такое место на карте, место на глобусе. Глава региона вручил 18 жителям округа государственные награды Российской Федерации, поощрение президента страны, ведомственные награды и награды Ненецкого округа. Вы люди, которые являете собой высочайших профессионалов, в сфере которой занимаетесь, люди, которые без показухи, хвастовства каждый день делаете свою работу. Каждый день делаете нашу чуточку лучше, нашу жизнь чуть более комфортной, спокойной, а наши души более чистые. И вы делаете это, как принято говорить, с полной самоотдачей, не жалея себя и не думая о наградах и поощрениях. Особые слова благодарности нашим землякам, ветеранам труда, старейшинам города, всем тем, кто посвятил свою жизнь становлению родного края. Низкий вам поклон. Вдвойне символично, что в такой праздничной атмосфере проходит торжественная церемония награждения достойных представителей различных профессий и сфер деятельности наших заслуженных ветеранов. Всех вас объединяет главное – умение работать с максимальной отдачей на благо нашего региона. Напомню, торжественная церемония вручения государственных и региональных наград была приурочена к 85-летию Нарьян-Мара. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».